Клим с утра открыл всем календарь и еще хочет копить вот эти штучки. Я против вот этих шоколадок с утра, но их не остановить. И вообще против шоколада. Вчера заказала вот такую дикую чернику. Короче, мне смотрите, в каком пакете привезли. Огромный, просто из-под мусора. Но вроде хорошая черника, российская. У нас почему-то в Казахстане ее нет. Вот такой у меня смузи будет. Черника, шпинат, апельсин, бананы. Может, еще финики сейчас добавлю, чтобы послаще было. И Марта попила. Я тут новый цикорий купила. Вот родителям дала попробовать, что как. Ну, он прям такой вкусненький, скажи. Ну, он такой, как бы, концентрированный. Угу. Крепенький какой-то. Как кофе. А угу. Он полезный. Ну, хотя бы не такой вредный. Вот такой вот цикорий купила, кажется, в фикс-прайсе, либо в каком-то магазине. Мне понравился. Самое главное, что он без всяких добавок, типа, там, бывают же травы разные, даже с шоколадом, бывает со сливками, я вот такое не понимаю. Хочу сегодня рассказать вам о супер-приложении с бесплатными играми, розыгрышами и реально ценными призами. А еще хочу запустить конкурс среди моих подписчиков, так что, пожалуйста, не проматывайте, призы будут огонь, досмотрите до конца. GameFun – это приложение, где можно выиграть реальные призы. Бесплатно играем, зарабатываем алмазы и меняем их на призы. Играя в игры и участвуя в розыгрышах, можно получить приставки, наушники, ноутбуки, смартфоны и сертификаты в такие магазины, как Летуаль, Спортмастер и даже на Озон. А еще много детских игрушек, одежда, спорттовары. Есть подарки на любой вкус. И, кстати, призы отправляются не только по России, но и по Казахстану. Так что, ребят, скачивайте GameFun и забирайте свои призы. Очень советую всем участвовать. Покупаешь билетики за алмазы и получаешь свой приз. При этом тратишь минимум времени и сил. Ну и, конечно, чем больше билетиков, тем больше шансов выиграть PlayStation 5. Недавно как раз прошел розыгрыш, и в приложении видно победителей. Кто-то выиграл Xiaomi, наушники, а кому-то достался сертификат, термокружка. А теперь о конкурсе специально для моих подписчиков. Призами будут подарочные сертификаты магазина GameFun номиналом 5000 рублей. Скачивайте приложение у меня в описании, регистрируйтесь, обязательно используйте мой инвайт-код, он тоже будет внизу по ссылке. Сыграйте минимум 10 игр, это будет супер легко, потому что игрушка очень затягивает и расслабляет. Для меня это медитация, чтобы освободиться от ненужных мыслей, забот. Все ненужное выветривается из головы. У вас есть время до конца декабря, чтобы выполнить эти условия. Я выберу 3 победителей, которые получат призы, а остальные участники получат билеты на бесплатный розыгрыш призов уже от GameFun. И заходите к ним в Telegram-чат, я тоже оставлю по ссылочке в описании. Там победители общаются, делятся, рассказывают друг другу, кто что выиграл. Желаю вам удачи! Мартуся мне принесла такую красивую куколку. Я таких еще волосатых и не видела. Пупсиков. Тебе понравилась она, да? Милашка. Ну на, поиграй, потом оставишь здесь, да? Кисочка. Нет, нет, ей не надо. Сейчас не ешь, Марта. Спасибо. Я буду дома. Тоже надо есть. Я тоже дома буду есть. На. А мы уже есть. Марта, это мы не будем дома брать. Я оттуда оставлю. Там не лежит. Она просто поиграет. Ну идите туда играть. Чего вы сюда пришли? Идите туда. Смотрите, какой Вовка, молодец. Он, мы зашли в овощной, я думала, как же я все унесу. Он все продукты взял.
и катит на самокате все. Все три пакета. Молодец, мой помощник. А Марта вот помогает Вовкины игрушки, тащит, держит. И ты молодец. Вот какие у меня помощники. Я вообще иду пустая, ничего не несу. Спасибо, Вов, за помощь. Трогай ты ее, пусть походит потом. Иди сюда, я тебе сниму. Бабуин. Раскрасили. Подопытный кролик, она, короче, и рада стараться, лишь бы с ней играли. Марта. Настоящую зомби из нее сделали. Ну нет, мне кажется... Да. Марта, иди сюда поближе, я тебя сниму. Обезьянка моя. Это шоу обезьянок. Настоящее. Нет, вот так вот я боюсь. Вдруг кто-то не удержит. Будем тужиться. Танцы кружимся. Давай. Вот так надо мной в детстве тоже постоянно издевались братья. Чего только со мной не делали. Ой-ой-ой. А если бы об стол? Все тебя любят. И зачем вот измалевалась так? Клим, осторожнее. Блин, этот дурдом никогда не прекратится. Я тут собираюсь с Климом читать. Мы вот такую книжку с ним читаем. Но никак не начнем. Марта, ты куда собралась на ночь, глядя? Снежки, да рано еще в снежки. Просто у нас там первый снег. И вот дети срочно хотят все на улицу. Выходи, уже спотеешь. Нет. Куда ты идешь? Снег. Первый снег. На первый снег, первый, да, посмотреть? Снег. Молодец, Вова. Там не так уж, кстати, и холодно. Прям так одевает детей. Зима! Ловись снег! На улице как днем, все гуляют, никто домой не заходит. Скорее всего, мне кажется, слой вот такой где-то сантиметров 5 должен быть. Ну, может быть. Нет. Да. Наконец-то. А, там что, Даша, что ли? Да. Привет, да. Даш. Она с Полиной? Нет, одна. Собирает снег. Кто там, вон Мартуся должна идти. Вот и девочка наша вышла. Мартуся, привет. Марта, это кто? Ну вот нежелательно ручки пачкать, а? Беги. Мам, мне надо снимать. Нет, ручки сразу замерзнут, не снимай. Я уже что-то подмерзаю, типа, когда заходишь. Уже? Ага. Все, у нас как будто день, слушайте. Все на улицу вышли. Весь день дома сидели, ночью вышли. Ну, потому что снег идет. И светло. Кстати, фонари-то классно работают везде. Да. И около родителей как будто светло. Чё ты не булды? А почему ты уличную куртку одел, понимаешь? Это уличная. Сейчас я принесу. От бабы Лизы? Да. Нет, от бабы Лизы ты попроси ее, она скинет. Мартуся здесь перед сном уют навела. Смотрите, как красиво. А у Вовки там тоже, смотри, наверх. И у Вовки там уютно. Вау. Звездное небо. Так, все, все ложимся спать. Мартуся, где твоя подушечка? Вот она. Вот твоя кроваточка. Давай, ложись на кроватку. Вот моя. Ну, ты вот сюда ложись на свою кроватку. Вот. Я вот тут буду. Ну, вот. Вот такая вот подушечка. Вот такой вот светильник. И щёлка. И такая Мартуся. А так ты на тебя посвечу. Засыпай там, пока папа здесь. Все. Скажи всем спокойной ночи. Спокойной ночи! Молодец. Ночи.